Итак, ребятки, всем привет, с вами Александр. Давайте разберем ту всю кучу, что у меня накопилось за тех 2 дня, что я болел, да, и на выходных, что нам тут насыпало всего. Бронзовые награды какие-то новые, ну, понятно, одни редкие существа. Так, ну вот с этого мы начнем. Точное число модов X3, это, в общем-то, будет эпично. Минус 15, плюс 15... И вот правильно, у него на третьем существе стоит эта штука, чтобы она максимально долго действовала. Это правильно. Так, теперь кого буду брать я? Так. Ну, амфибию, летуна брать такое себе дело. Он, конечно, долго не продержится. Тут травоядного надо брать, наверное, кого-то мощного, потому что удар у спинозавра не шибко большой. Так, а... Не, давайте 40-го возьмем. 40-го возьмем. Он подменится. Сейчас какую-то амфибику возьмем. Ну и давай вот так. Так, по усилялкам. Что стоит брать? Блин, кровотечение всего лишь одно. Вот эта байда, блин, не работает. Альфа. Увеличит показатель атаки всех союзников. На 100. Но это пока существо живо. Это вот ему можно так альфу вставить. Вообще-то мне берсерков было много. Так, подожди, как это работает? На 40 и очков жизни. Но это, наверное, берсерка... Наверное, проще сюда берсерка впихнуть. Берсерка. Так, это будет против спинича. Ну, там какое-то что-то попроще давайте впихнем. Вот такое что-то. Хотя это, наверное, лучше берсерка все-таки вот так вот. Погнали. Мы и так их порвем. Так, а вот тут есть одна проблема. По стазуху-то и меняться особо незачем. Он и так самый сильный здесь. Блин, а 4900 он насобирал. Он не будет подменяться. Он меня за один удар пробивает. Печалька. Просуммировалось у них хорошо. Ну, у них командные усилялки были. Ну, вот, как бы, кто бы сомневался, что он сделает именно так. Так, я-то его... пробью, надеюсь. За 3. Блин, но он же меня загрызет. Командные усилялки, да, штука неприкольная. Нет, не может пока что пробить, но он подменится, сволочь. Чё это он сделал такое непонятное? Блин. Чуть-чуть не хватило, чтобы за 2 пробить. 6 косарей. 3 атака на 1. 2 балла у него осталось. А, я его пробиваю, Мика, да? Блин, не пробью. Ну, чуть-чуть мне не хватало, потому что я бы бил бы 4800, я там пятерочку бы снимал. Давай я такой на 5 и умри. Ну, на 4. Этого хватит. 3 удара мне точно хватит. Ну, видите, 5700. Не пробивал я за 2. А вот за 3 справился. Да, надо... Не учел я то, что у него командные усиления были. Они хоть и небольшие, но... Но 3 усиления просуммировались, и это круто. То есть командные усиления прикольные, даже если они там редкие или супер редкие. И легендарные.
Так, это что делает? Отключает мод вражеского существа. То есть первый хищник у меня идет без модов. Вот пойдет он. Не, даже не он, вот так. Так, пойдет без мода. Он подменится на Зухамима. Там пойдет вот он уже с модом. И Юдон. Моды. Первый без мода. Второй. Да не хотела так делать. Так, второму можно воровство включить. А третьему... Нет, это не тебе. А тебе вот так. Блин. А зачем мне первому ставить мод, если у меня его своруют? Ну, точнее, отключат. Ну, пусть так будет. Так, мне бить все равно 3. Ну так сейчас же отключится мод. У него простецкие моды, да, на атаку. Так, я на вражеские моды могу клацнуть? Могу. Ну, клацаю, если оно там все показывает. 15% у них. Но он сейчас все равно подменится. Ну, в принципе, в таком случае тогда мой мод пригодится. У меня 10, у него 15. Ну, у меня 10 на всех. Так. Ну, давайте... Ну, а смысл мне сейчас подменяться особого нет. Ну, чисто, чтобы его уберечь, чтобы был бонус на всех, можно было подставить серозинозавра. Так, а чё этот мой мод делать? Я уже забыл, блин. Так, вмешательство. А у меня что? Крадет мод противника. То есть я отключил все умения нашему противнику. Но действует один раз. То есть вот сейчас оно уже не сработает. То есть... А почему сработало? Ладно, тут что-то я тут напутал. Но у него отключенный мод был. О, видите, украденный мод вот подсвечивается. Хотя у меня здесь стоит, видите, это фигня, но украл я мод усиления удара. И он числится как усиленный. Так, ну и Нундазух. Или хотя бы 5. Увы, но нет. Так, и теперь тут No KO. Сколько их нужно победить? 9, как обычно. Просто без нокаута.
хватит нам и двоих. Так, ну, усиления поинтереснее, да, чем были, соглашусь. Ну да, но к ним надо привыкать. Так, этот меня еще не пробивает. Так, ну он уже накопил много баллов. Ну, значит, ну, подменяйся. Странно, да, теперь так как-то работает подмена. Нужно подтверждающую кнопочку нажимать. Ну, вот и все. Можно сказать, скажем так, разобрались с усилениями, да, осталось к ним привыкать, обкатывать и понимать их тонкости. Ну, на этом, ребятки, тогда все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.